Вот страхом Божиим и верою приступите. Благословен же ты во имя Господне, но Господи явился нам. Причастники молятся. Верую, Господи, исповедую, как ты есть воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир грешно спасить, них же первым есть нас. Ищи веру, косей, самое пречистое тело, самая честная кровь. Я молю все, где помилуй, проси меня вся прегрешение мое, больно, не больно, словом и заделом, за видение, не видение. Исподоб мне судено, причастись, пречистое, спасение грехов моих, жизнь вечную, аминь. Вечер твоя тайна, Сыне Божий, причастниками приму, не бобровом тайну повем, не лобзанник там яко Иуда, но-ка разбойник исповедайте, помилуй, Господи, во царстве твоем. Да не в суд или в осуждение будет мне причащение, причистое, но во исцеление души и тела, аминь. Проходите, мужчины, куда? Всегда вперед, братья, пропускаем.
Бога нашего, и честь от Его и Твоего Господа, Бога спасенного Христа, очищается раба Божия книга, восстановление грехов, проявившись в вечном. Господа Бога спаса нашего, вся пущается работа Елена. Господи, грехов и вечных.